был у нас мини-детектив, танцы, космос, тайна закрытой комнаты, наука, предпринимательство, медиа. Я была на двух сменах танец и на двух сменах театра. Я был на Soft Skills, Dungeon Dragons и вот на последней смене дизайн. Каждый раз разная смена, появляются разные интересы. Мне очень понравилось, мне нравится, что здесь собрался хороший коллектив, то есть все ребята добрые, отзывчивые, вожатые хорошие. Мне понравилась смена кино тем, что мы там бегали вот на улице 2 часа по разным локациям вот, и снимали фильм. На аукционе мне нравится, потому что ты всю смену работаешь, зарабатываешь догкоины, это местная валюта, а потом можешь играть на них и всякие призы покупать. Сникерсы. Мастер-класс. Вот недавно появился кружок футбол, мы на него активно ходим. Вот. А на дизайне мы рисуем очень клевые штуки. Я нашла очень много друзей, встретила своих старых друзей. Очень хорошая компания друзей, очень хорошая вожатая. В этом лагере очень хорошие смены, тут очень классные вожатые, они во всем помогут. Как родители заботятся. Да. Мне вожатые очень нравится, потому что я очень люблю обниматься, и они всегда со мной обнимаются. Нас поддерживали, помогали, делали, чтобы нам дело было интересно. Я очень советую всем моим друзьям, одноклассникам. Приезжайте! Приезжайте!